Перепись населения России проходит каждые 10 лет. Сроки очередной переписи несколько раз переносили. В итоге она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. Ко всем ее этапам предъявляют очень высокие требования, поэтому подготовка к переписи началась еще в 2019. На территории области потребуется нам 2451 человек временного переписного персонала. Это контролеры и переписчики с учетом 15% резерва. Из них это 351 человек контролеры и порядка 2100 человек переписчики. На местах уже закончили с набором и обучением сотрудников, районированием территории, подготовкой маршрутных карт для каждого переписчика. Каждому из них прикрепили в среднем по 500 домохозяйств. Принять участие во всероссийской переписи населения можно будет тремя способами – через портал госуслуг, встретив переписчика у себя дома, или посетив стационарный переписной участок.